Всем привет! Сегодня я зарядила холодец и хочу вам показать, как его готовлю. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот я положила ножку говяжью, у меня говяжья ножка, и положила еще несколько мякоти, чтобы холодец не был совсем пустым. Вот несколько кусочков мяса у меня еще есть. У меня холодец уже кипит. И вот таким образом в бульоне я кипячу его 5-6 часов. За полчаса до конца варки я добавляю измельченный лук. Такой лук. У меня уже хорошо отходит мясо от костей, но я еще буду уваривать бульон, где-то полчаса буду варить вместе с луком. Вот прошло 6 часов у меня. Вот так хорошо все мясо отходит от костей. И самое время уже выключать плиту. Сейчас я выключу плиту и достану мясо и кости. Вот я достала мясо. Сейчас буду отделять его от костей и буду мелко рубить. Я не люблю через мясорубку пропускать, я буду лучше рубить. Будут такие небольшие кусочки. А в это время я положу в бульон вот эти приправы. А именно это вот чеснок, тоже рубленный. Не через давилку, а вот рубленный люблю. Немножко лаврового листа, вот один только листок у меня. И молотый перец черный. Тоже горошком не люблю ложить, ложу молотый. И пока у меня бульон кипит вот с этими приправами, я буду рубить мясо. Вот я отделила мясо от костей и порубила. Заполнила свои емкости. Вот такое у меня мясо, такими кусочками. Сейчас, и бульон у меня уже готов, сейчас я это дело буду заливать. Я ничего лишнего в холодец не кладу, ни морковь, ни какие-то там яйца. Но можно, конечно, по-всякому дополнить. Но мы как-то вот любим чистый такой холодец. Сейчас я буду заливать это все бульоном. И поставлю в холодильник. Завтра посмотрим, что же у меня получилось. Я достала свой холодец. Он вот такой получился. Крепкий, мясной и питательный. Так хорошо застыл. Я никакого желатина сюда не добавляла. Варила я его из одной говяжьей ножки, поэтому у меня получилось немного. Но нам, в общем-то, хватает. Вот я его разрезала. Жаль, что компьютер не передает вкусы и запахи. Отличный получился холодец. Я осталась довольна. Благодарю всех за просмотры. Буду рада вашим лайкам и подпискам. И пока-пока!